Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Так. В общем, у нас Пасха. Вот такой стол. Сегодня у нас 16 апреля. Угу. Здесь мама купила одну пасочку, а остальное кексики приготовила сама. Яйца точно так же сами покрасили. Там еще закрыто в чашечке. Так. Сейчас я опять нажми кому поточить. Так, присаживайся. Я порезала. Не нарезай. Порезала. Кексики. Ну что? Давай. Выше поднимай. Ага. Ага. Подожди. Ну а что? Сейчас я выберу яйцо. А что ты выберешь? Давай. Бей. Бей. Все, переворачивай. Я что ли хожу? Ой, ты выиграл. Выбери. Сейчас теперь я выберу, конечно, я знаю, что сделаю. Вот это беденькое. Давай. Мрачненько. Давай. Красивенько. Сам бей. 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 Сильнее бей. Разворачивай. Не два яйца хватит. Голос-то тип. Да что ты, бери, ешь. Да бери, ешь. Да ешь ты, ешь ты вот как маленький. Вот эти троица, вот эти я сейчас выбью. Так, тут со мной еще побил. Вон, давай с отцом, с отцом. Давай. Так, а где мне начало? Да я оставлю. Это что? Знаешь? Мне хватит два яйца. Ну, разбитый, вчера ешь. Ну, так бери. Давай, бери, ну, ты-то что есть будешь? А сегодня не мой день. Давай. Бей, сам день. Сильнее бей. Да что ты хочешь? Не твой день. Ешь. Я оставлю. Да? Угу. Надо же так. Без кофе? Не хочу. Потом попозже. Сейчас пока утро. Угу. Вот такой у нас стол. Ну, у нас тут обычные кексики, да. Яйца. Да как у всех. Ну, яйца кексики. Кто-то готовит же. Да, ну. Ну зачем? Вот этот кексик, он творожный. Этот мака. Опять встала сегодня у меня. Опять горло. То ли надо кому? Бери. Да он сам, у него там кексики рядом, он сам порезал. То ли дать, говорю, кому? Ну, поставь. Да, там ставят. Не помню, ставь отцу. Да вообще, да не ставят, а луки сюда. Лишка красивая. Не отсюда так красота.
вкусненько. Это солон не макайте, а на блюдце посыпьте. Да, рукой, да, рукой. Да не сыпь ты мне, ну же, мам, что ты суетишься? Вот, ты, вот суетиться. Кушай давай спокойно. Что суетиться? Сядь и кушай спокойно. Видел вчера, как освещают батюшки. Вдвоем ходят, вот приносят, вот, например, стол круглый, квадратный, вот много, вот один вот. Обычные столы вот такие, они в ряд наставлены. Батюшка потом выходит через определенное время вдвоем и обливает водой. Кто-то приносит вино, куличи, вот эти пасхи, яйца. Идут 4 человека, то есть в большом монастыре, я не буду говорить, каком вчера было. Сперва батюшка, он водой окропляет. Сзади монах, тоже молитву читает, они вдвоем с батюшкой. Третий женщина с тазиком, а с тазиком и с коробочкой. В тазик люди кидают по возможности яички. И в коробочку денежку, смотря кто сколько кидает. Ну, сколько смогу, сколько. Да? Ешьте еще полежу. Так что, дорогие наши подписчики, будьте всем со Святой Пасхой. Праздничек. Я смотрела вчера в Иерусалиме осаждение огня. Благодатного огня. Благодатного огня. Вон, полезанный. Возвращаемый. Я уже где-то под конец, наверное, минут за 15. Там уже синий прошел. Сняли к нему одежды. Без лица, бать. Бей. Сильнее бей. Сождение благодатного огня. Ага. Люди стояли по 30 минут. Ну, ешь. Завязано. Ой, могут появиться в любом месте. Время там вот именно, что не такое время. Был он больше. Так вот, так. Видела я. Так что в этом году как путь еще позволено. У кого-то тепло, у нас зима. Да, сегодня. Еще в основном на Пасху. В Красноярске снег выпал большой. У нас тоже. Да, у нас не маленький снежок. И у нас не маленький снежок-то. Там два раза проходил. Это песчаная буря. Да сейчас, уже, да сейчас ее уже буря. Она не ходит, песчаная буря. Прошла, сложились из снега. Это, вот именно что зимой. Какого числа было? Да почему зимой такая зима? Видна. Да на той неделе было. В апреле месяце, какая зима тебе? Ну а сейчас что у нас, не зима что ли, такой мороз стоит, но
Показывали он пыль. У меня зима. Знаете, что 10 километров вот это вот, да. У нас зима. Вот. И следом ночью, но ветер. О, не ахай, снег, ну, как маленький, чего ахай. Вот это вот дождик. Ну, ты все собрал. Может, еще это молния сверкала. Что ты все собрал. Чтобы, да, вот то и прошло. Ладно, то есть надо, наверное, уже. Десять километров, да, это я скажу, это как раз там на горе стоит стела, и разделен, сейчас в данный момент разделен, идет граница Хакасия и Красноярский край. Там поля вот это вот, что где шторм был, тут и тут. Ножик дать на кекс? Ножик дать тебе? Да, я так же забыл. Ну, так ешь. Ну, вот это я тебе был, вот это вот. Ага. Уже фура шукнула с легковой. Вот это задувал. Ну-ка, убрать что-то. Поменьше, куда она в тюле стояла. Так что матушка природа, что хотите, то и творит. Может, вчера замерз, короче. 7 часов замерз, плюнул уже. Ну, солнышко. Середина весны. Вторая декада. Сейчас, наверное, все уходит, не такой радости. Я еще маленький был, застал. Делали бусинное яйцо деревянное, ходили, яйцами бились, а сейчас уже такого нету. Сейчас уже каждый сам себе. Раньше по улицам ходили, я маленький, да. Пацанятами выбегали. Сюда. Тихо посидели, тихо. Да и раньше как-то, я помню, на Ивана Купала тоже так. Обливались. Иван Купала, обливайкова попала. А сейчас все, традиции ушли. Выйдешь на улицу. Лебедня это. Вот кому не повезло, кто собирался на работу, пошла. А сейчас все в интернете сидят, сейчас всем пофигу вообще. Да телевизор, как-то вечером интернет. Было. Смеялись, шутили, кричали, бегали. Да, сейчас вообще непонятно. На стол, во двор. Каждый прибежал, кто буханку хлеба, кто картошки, кто рыбки, кто чего. Водки, самогонки, вино. И поехали. Я помню, на Троицу гуляли, тоже летом Троица. Танцы. Собирали, столы собирали. Вообще весело было, тепло же были. Песни, а сейчас никто. Ни песни, ни басен, ничего. Ни танцуля, напьются на поле. Все.
Дай, говорит, сам песню. Не знаю, кто напил. Сейчас многие дома сидят. Все, сейчас я чихну. Ну, чихай. Будь здорова. Правильно, дома сидят. Ой. Будь здорова. Спасибо. Ой, это всюду летит. И слюни, и сопли. Ой. Что ж я сегодня во сне такой интересный? Я что-то во сне сегодня интересненькое видела. А вот не помню, забываю. Ты не ты одна забываешь, что во сне. Все забывают. Не, ну бывает, память так врезается, вот какой-то этот кусочек чего-то, именно вот чего-то. И все, а так непонятно, что к этому. Ну ладно, кексики удались. Яйца, правда, не темные такие. Нормальные яйца, как получились, а мы так получились. Вот эту пасочку я специально взяла такую. А пусть она стоит, может, кто-нибудь приветно. Да, конечно, пусть стоит. Просто сейчас сложишь. Она просто для вида, хотя она сама по себе. Она вот от обыкновенного чипса. Сухая, самая обыкновенная, вот эти, сухая, лохмотья эти. Посмотришь, паски. Будут одни крошки. Крошки будут, точно. Да, крошки, безвкусная такая, это, ну, это для, просто для приличия. Да. Сколько вон обсыпки у меня высыпалось. Сидим. Обсыпочка эта. Пусть не козистые, но вкусненькие. Вот эти вообще конусы обратно. Кстати, эти хорошие. Да. Это мы вот готовили. Да, и это. Вот эти. Те действительно хорошие. Ну, без саня. Что у нас? Кексики. Да. Тихо. Ну а почему это? Это те же самые Пасхи, Галина Павловна. Вот эту Пасху разрезать, здесь крошки высыпятся сухие, сухостой. У нас хоть сочные. Обычно еще кто-то делает, рецептов много Пасхи, кто-то добавляет изюм в тесто. Да много. Много. Вот у нас с маком вкусное. То есть с маком вот вкусное. Вот это тоже вкусное. С творогом вкусное, она мягкая, сочная. Да. А вот эта магазинная, сухая, ее разрежешь, ну, и есть невозможно. Она просто для приличия. У меня в прошлом году были как вот как картошка пирожная. Я не помню, что у меня там было. В прошлом, позапрошлом. Мы готовили, же снимали сколько. А нынче у меня красивые яйца, не полкопытилые. Нормальные. Зачем тебе красивые яйца? Они не выделяются, видишь? Ну, зато без магазинных красителей. Вот это вот, смотрите, вот желтые яйца. Это, знаете, напиток такой есть. Куркума, лимон и... Что же еще-то третье? И что-то еще желтое. Лимоны. Натуральными красителями. Да, и вот я их отварила, мало надо было это. Я в основном вот эти вот хотела с этими, а у меня они не получились. Я их уже угрохала сколько? 38 штук, что ли, покрасила. Ну, я вообще много, да, вот по идее я каждый год крашу много яиц. Кто-то понемножку, у меня всегда много. Да, уходят. Ну, нет, немного именно для нам. К нам хватает. Да, мы еще на следующий день. На нож, на. Не да надо, пусть не так обувь вам будет докушать. Вот с маком. С маком, я говорю, да, с маком. С маком. Там ванилинный мак. А в этих вот лимонах. А смотри, как пропитаешь. Если вы хотите совсем мягкие, вон сладкую, присладкую водичку опускайте прям. Они потом будут мягкие, примягкие. Так где в этом стакан сахара, а в этих чуть меньше сахара. В общем, кто как умеет, так и готовит. Да. Нынче я без глазури делала. Да, правильно, это... а зачем лишний раз заморачиваться? За здоровье на следующий год. Ну и что это... тогда? Да, дорогие. Наши. А мы ж не все показали. У нас же здесь не все. У нас же тут еще вот. Вот еще. Да. Это убрано специально. Это убрано. Специально. У нас здесь еще в загашнике закрыто. У нас есть что. Как у Плюшкиных. Плюшкины.
дорогие наши подписчики. Так что поздравляем вас. Поздравляем, да. Праздником. Всем здоровья желаем, удачи, семейного благополучия, чтобы все было у вас хорошо. Да. И у нас тоже. У всех. Да. У кого-то простенького, у кого-то богатого. Кого-то, ну, как обычно. Могли, так. Как да? Мы, как можем, чего? Так и делаем. Ну, ты говоришь, что хорошо. Ты показываешь. А, да, все так, хорошо. Скажи. О, нет. Все нормально. Все нормально. Нормуль. Ладно. Еще одна Пасха. На год все постарели, как говорится. Да, ну, хоть это радует, да? То, что благодатный огонь сошел, так что еще Бог от нас не отвернулся. Дает нам еще всех. Ой, закашлялся. Ладно, всех с великой. Всех с великой Пасхой. Владимир Васильевич, пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Галина Павловна, пока-пока-пока. Вот такой у нас. Да? Такой у нас обычный столик. Да, я его убрал, и мне это хорошо стучать. Стучать по другим яйцам, чтобы другие яйца понимали. Одни кругленькие, другие прямо окунутся обратно, и такие прямо, ну, какие яйца уж не три, курица наша. С вами, да? Ну, Васильевич, я одного не выиграл. Ну, двоёна-то, дурят, как хотят. Да-да, ну, видите, вам пожалуйста. Раз, а Васильевич... Да-да, и мы тут опять виноваты, что любые яйца берем при вас, да, и вот мы выиграем, а ты нет. Специально, Васильевич, так они у нас подписаны. Это так задумано. Где Галя? Где мы смотрели Галя? Толщину скорлупы. Толщину скорлупы. Да, а я, знаете, я еще два яйца, я когда это, одно яйцо прямо было такое. С ними не бейтесь, они скрулируют. Вот такое тоненькое скорлупа, я вот такого взяла у меня. И вот видите это. Чистое, все яйцо. Ну, это пришлось отдавать. А второе, ну, второе маленько упало, тоже слабенькое было. Так что боюсь. Ну и все. Христос воскресе. Да, Христос воскресен, воистину воскресен. Знаем, что Бог наш существует.